это Вишенки, вы смотрите Вики Шоу. И сегодня мы будем рисовать цветными разными арбизами. Мы заранее замочили арбизы в воде, они у нас там пролежали больше 3 часов, и получились вот такие цвета. Розовый, оранжевый, бирюзовый, желтый, это голубенький. Голубой. Фиолетовый, синий и прозрачный. И прозрачный. С прозрачным вообще такая интересная вещь, когда они находятся в воде. Их не видно. Их папа не видно. Такой сказал, а где это же пустая банка с водой, ничего нет. Да, я чуть не вылил их. По названию видео вы, наверное, подумали, а как это мы будем рисовать арбизами? Все очень просто объяснить. У нас такие странные фломастеры. Что это такое? Пока не фломастеры. В общем, у нас есть такие разные формочки. Да. Мы будем засовывать арбизы. И будем их раздавливать. Измельчать. Да. А и потом... получатся чернила из арбизов. Да. Или маркеры, или карандаши, или, маркеры. Или краски. Здесь такие дырочки. И мы засовываем, нажимаем. Да. И вот так все. Эта формочка, да, будет красиво заполняться. Я смотрела подобное видео по интернету. Сейчас я договорю. И это очень приятное зрелище из серии, такое залипательное видео, они так очень так красиво распространяются, что... О, у меня зубы болят! В общем, еще здесь можно сделать разных цветов, то есть насыпал немного сюда, раздавил, залил, потом другой... Фантазии нет предела, можешь творить хоть как. Мы же не будем делать 3 цвета, да? Сердце, ю, Лавечка. Нет, здесь ю написано. Где лав? Подожди. Смотри. А, love you. I love you. Love? Сокращенно, да? Да, love you. А, точно. I love you. Uh-huh. Бабочка. Лол. Даже лол. А вот сюда можно вставить фотографию. Мы поставим фотографию. Давайте нашей делать. Семьей. Да, поставим фотку потом. Так, итого у нас 4 формочки, Вика, какие ты выбираешь? Бабочку. Тогда я фею. Хорошо. А, вам каждые по 2? С какого цвета ты начнешь? Я хочу с бирюзового. Это пока тебе не понадобится. Как-то. Потому что арбизы нужно погрузить вот сюда. Насыпай. Специальные пробирочки? Да. А зачем сюда? А я... А, поняла. Да, эти арбизы, они такие... Ой, мам, покажи. Они такие... А я скользкие. Думала, здесь нужно как... Они так и норовят... Ай-яй-яй! Ускакать! Ускакать! Неуклюжая мама! Что? Уклюжая, это, уклюжая. Это я-то неуклюжая? Вы бы видели, как Вика тут носила эти арбизы, половина на полу была. Смотрите, ой, здесь такая сеточка. Открутила? Сложно. Да. И со всей силы... Дай посмотрю. Нажимаем. Нажимай. Обалдеть, обалдеть, вау! Обалдеть! У меня тоже покажи. Все, красота. Я быстрее тебя и сделала. И все, чернила готовы? Чернила готова. Это так приятно делать. Давай, покажу. Смотрите, это очень красиво. Наши фломастеры готовы. Закрываем колпачок, закручиваем. Вика, закручивай. Это так? Да, закручивай. Продеваем наш. Все, наш фломастер готов. Похоже, знаешь, на что? На что? На что? На шприц. Ну да, похоже. Да. И это вот так. Да. Подвиньте-ка, подвиньте вот эти штуки. Давай это сюда уберем. Я вот так никогда не держала. Еще раз хочу вам показать. Вот иголочка. Не иголочка, а что это такое? Наконечник. Наконечник, да. И мы его просовываем сюда и нажимаем, и все здесь. Ну давай уже, нажимай и заполни. Я тоже хочу посмотреть. Это так красота. Красиво и приятно. Теперь я. Можно? Сейчас. Я сюда. Давай, запомню. Вика, сюда. Залипательно, действительно. Это очень красиво. Так, мама, теперь ты. Я сделаю. Это фея, да, у меня? Да. Это руки. Пошли, 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 пошли. Ручки. Ручки? Да, куда? Когда а здесь надо... Есть крышечка? Ой, не надавливай. Крышечек здесь нет. Надавливай. Вика, а сейчас у меня все вылезет. Нет здесь крышечек. Вот у меня вторая рука. Ой, я тоже... Что? Так.
Я. Папа, не нажимай. Ай, все, я тогда не трогаю. Тю, мои оружия. Только не рассыпь. Ну вот, куда опять поскакали? Не рассыпь, а это значит рассыпь. Куда опять поскакали? Не знаю, так. Снимаем. Покажи, как ты опять будешь давить. Мне очень нравится. Ой, я тоже потеряла арбизы тут. Смотрите. О. Вау. На это можно смотреть бесконечно. Так, переносим куда, где мой, чистенький? Что чистенький? Тебе надо наконечник? Это был... Наконечник, вот он. Нет, стоп, а куда мне это засунуть? Это никуда, это вот это тебе нужно вовнутрь. Ты запуталась? Точно. А теперь я синий цвет. Хотите посмотреть? Обалденно. Так, а я свой пока буду заполнять. Смотрите, ребята. Что только не придумывают, давай. Это фейл. Вика, кто-то навалил. Вика не закрутила. Так, я сделаю. Он не закручивается, правда. А что не до конца? Я хочу, специально? Да, добавить туда другие цвета. Ты думал, что-то интересное, да? А вот это куда интересно теперь? Господи, закручивай. Что там у тебя? У тебя он открутился? Так, насекушка. Давай вместе. Три. Два. Два. Один. Удовольствие. Обалдеть. Так, где? Смотрите, когда смешиваешь два цвета, получается... Что? Да, поближе. Красота. Смотри. Давай. Так, это я что хотела? Крылышко, допустим, вот крылышко чуть-чуть фиолетовым. Я потом сюда добавлю еще какой-нибудь цвет. Угу. И буду платьишко. А что он у меня криво закручивается? Так, и потом тоже нужно будет добавить какой-то другой цвет. Что у тебя там? Вика! Что у тебя? У меня не закручивается. Ну ты криво закручиваешь. Ты будешь смешивать или все заполнишь? А вот смотрите. Нет, теперь уже давай сюда. А вот это? Подожди, я занят пока. Мама. Смотрите, вот два цвета, когда смешиваются. Очень здорово. Ой, что у меня повылезало? Это такая юбочка разноцветная получилась. Да. Здорово? Угу. Мне осталось сделать волосы. Мне эти червячки так и нравятся. Так, мам, показывай, что у тебя. Та-дам! Та-дам, точно. Красивая? Красивая. Фея. Вик, ты готова? Не знаю. Что? Давай показывай. Показывай. А что, ты так не уверена? Ну, просто здесь... Как-то, ну, странно выглядит. Не знаю, это очень красиво. Мне нравится. Интересно, наши подписчики смогут определить победителя в первом раунде? Не знаю, что у тебя. Среди этой красоты. У мамы лучше. У Вики. Я могу определить победителя. Что, опять Вика? А ты видела, да? Конечно, видела. В общем, ребята, пишите комментарии, кто победил в первом раунде. И сейчас у нас будет второй раунд. Мы еще разрисуем. Вика будет рисовать LOL, а я буду рисовать I love you. А рамочка у кого? У Вики? Да, рамочка у Вики. Я в этот раз хочу сразу здесь в пробирочке смешать два цвета. Два цвета? Да. Вы что? Лезете друг на друга. Так, только как мне их перемешать? Надо было сначала в ладошке перемешать. А у Вики все красное. Все, опять розовое будет? Нет, не все. Давай вместе. Да я посмотрю, как ты нажимаешь. Три, два. Папа, хочешь ты сам попробовать? Ай. Не знаю, пока. Давай. Нажимай. Три, два, вместе, один. Что ли? Давайте вместе. Ой, не убегай. Все. Не то, что так надо было сделать. Не мешалась радуга. Как красиво. А здесь получился новый цвет или все-таки здесь... Нет, смотрите, голубой, желтый и зеленый. Угу. Ты, Вика, тоже... Я тоже, я обожаю. О, Вики, смотри как. Обожаю сочетание розового и голубого. Я у тебя тоже. Даже немножко получился фиолетовый. Да, там посерединке. Начну отсюда. Так, а где моя такая же? Ой, не открывайся. Что? И вот отсюда. А у меня нету вот такого. Ой, нет, ты куда у тебя ушел? Грыжа вышла на другое. Она открылась. Можно мне? Что?
Держи. Вот, Вика, у мамы теперь тоже фейл. Что делать? Надо сначала прижать, Вика. Ничего не треснуло тут. Я знаю, что делать. Я сейчас ее вскрою и сделаю заново. Давай, Вика, запускай. Ой, тут смайлик есть, смотри. Да. L. Ой, то есть O, L. Это O и L. Красота. И еще одна L. У тебя все голубенькое будет? Нет, не, нет, все. Не все. До розового ты так и не дошла. Дошла. А розовый, да, можешь его так по кругу сделать. Угу. Дубль 2, попытка номер 2. Заполняем. Надеюсь, сейчас за границу не выйдет. Да. Опа. Красота. Ой, а у Вики как красиво. Очень. А, ой, ой, я не туда хотела, я опять мимо. Я засмотрелась, Вика, на твой лол. Так, а вот эти остатки тебе нужны на... Давай, я тоже. Давай, вот я сюда тоже накидаю твоих цветов. А можно мне твой? Можно. Спасибо. Я вот это вот серединку. Я думаю, тебе хватит. Ой, и тоже все мимо. Мне так нравится этот процесс. Как будто выдавливаешь кого-то, ну. Да. Все, там совсем этих лолов, хотел сказать, арбизов не останется. Останется, я лишнее убираю лишь только, чтобы сэкономить. Какая ты экономная. Да, очень экономная. Вика, пока мама исправляет свои фейлы, расскажи, что сегодня было у тебя в школе? Сегодня у меня было в школе... Мы играли, мы бесились, мы веселились. Я думала, ты сейчас скажешь, я получила 5 по русскому, 4 по математике. 6 пятерок. А ты, оказывается, не учишься, а играешь и веселишься в школе. Вообще, я сегодня получила 5 с минусом и 1 четверку. 5 с минусом за что? Чувашский. По математике. Ну, не страшно. А математика сегодня была? Нет. А не надо по математике, ничего не задали. Угадайте, почему? Почему? Нам задали только повтори таблицу умножения. Ой, а ты хорошо знаешь таблицу умножения. А мне кажется, подписчики хотят спросить, Вика, как там у нас эксперт по пряткам, а? Вы прятки продолжаете играть? Что? Простите меня, пожалуйста. Что? Что? Что натворила? Не я натворила, некоторые. Что случилось? Некоторые бросили прятки, тряпки. Перестали играть? Перестали. Некоторые, да. И еще там было, ну... Нет? Я перестала играть нормально в прятки. Ты уже не эксперт по пряткам? В общем... Тебя уволили. Я сама себя хочу уволить. Что случилось? Потому что очень мало человек играет в прятки. А во что играют? Три человечка! А во что сейчас играют детки на переменах? Бесится! А мальчики у нас играют в футбол, бумажный мячик! Так, Вика, покажи. Ты закончила? Да. Вау. Как вот мило! Это не хватает вот нашей фотографии. Нет, вон Вика уже в рамочке. Все отлично. Ну как смотрится? И мне еще один штрих я добавлю сюда. Ой, поползло. Показать прикол? Подожди, Вика, смотри тут как. У нас тут свой прикол пока. Прикол. Прикол. Смотри, смотри, смотри. Убираем лишнее и смотрим, что получилось. Что получилось у мамы? Вот такая красота. I love you. Обязательно напишите, кто победил во втором раунде. Да. Кто? Мама? Мне кажется, мама. И в первом раунде мама. Да? Думаешь, мама? Ты отдаешь маме победу? Да, маме победу. И вот мой прикол. Какой? Давай. Что ты там придумала? Все перемешала. Да. И что дальше? Во-во-во, на. А что ты хочешь сделать? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас у тебя вывалится все. Увидите. Давай. Так. Давай, давай прикол. Посмотрим, так, какая ты приколистка. И что ты хочешь? Смотрите внимательно. Смотрим внимательно. И, да. Это самый лучший прикол, который я видел.
самый прикольный прикол. Я хотела сердце нарисовать. У тебя не, в общем, у тебя не получилось, у тебя получилась кучка. Вот она, кучка, в общем. Но она очень приятна на ощупь, правда? Да. Обязательно подписывайтесь на наш канал, оно всегда весело. Всем пока-пока и до встречи в новом видео. Она жива? Да. Бедняжка. Все рассыпала, черт ты убираешь.